Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре две travel-баллоночки от компании Maximus. Называется Matrix 420 и 450 сантиметров длина. Достаточно качественные колечки с тонкой рамой, облегченный такой вариант, с керамическими вставками, кольца SIG. На бланке написано «Дизайн, разработка Корея». То есть, скажем так, и фурнитура здесь, в общем-то, очень неплохая и внешне, и по тесту. Я, признаться, ловил ей всего пару раз именно этой моделькой. Вот, ну, чтобы посмотреть, как она вообще себя ведет, чтобы знать, что вам рассказывать. Значит, неплохое впечатление произвела, но, тем не менее, на рынке, естественно, большой выбор именно travel-баллонесок. Это от компании Alvega и от Salma. Ну, скажем так, есть из чего выбрать. Посмотрите, пожалуйста, видео мои. Все я показываю, взвешиваю, раскрываю, скажем так, все технические стороны, все технические нюансы, строй показываю. И есть вам из чего выбрать. Значит, снабжается тонким достаточно хлыстиком с противозахлёстным тюльпаном, имейте в виду. На хлысте у нас подвижное одно колечко, и на втором колене второе, точно такое же подвижное колечко. Сделано оно для того, чтобы правильно распределять нагрузку на бланк и чтобы не было поломок. Чтобы с ростом нагрузки, да, веса, вываживаемой рыбы, либо там, если зацепили за что-то, нагрузка распределялась по бланку дальше. Значит, 5-25 тест у каждого удилища. Вот видите, здесь такая, кому нравится, скажем так, вот такая пробка, то есть вся рукоять, весь комель полностью покрыт пробкой. Значит, по поводу неопреновой вставки, все спрашивают, здесь неопреновой вставки здесь вот нету в рукояти. Почему? Потому что у travel вариантов по большому счету не нужна эта вещь, потому что разница конусности верхней части и нижней части колена настолько мала, что вот сама оплетка кольца, видите, вот лаковая, она достаточная, она позволяет, чтобы колена упирались друг в друга этой оплеткой, и, соответственно, видите, кольца не касались вставками друг друга. Соответственно, это надежность. По катушкодержателю. Надежнейший катушкодержатель, металлический, мощный. То есть такой, имейте только, кстати говоря, в виду, что сюда встают катушки до 4000 размера, потому что я слышал, что кто-то там хочет какие-то еще зачем-то больше ставить, но тем не менее 4000 сюда входит. Значит, снабжается вот таким чехлом жестким, куда входят все абсолютно кольца. Это не половинчатый чехол, как у некоторых вариантов, да, баллонок. Здесь полностью все кольца идеально защищены. Имейте в виду, при случае поломки, если вы у нас покупаете, вы имеете право получить две запчасти в год совершенно бесплатно. В период проведения нами такой акции, такие акции мы проводим уже 2,5 года практически. Условие 2 – это покупка у нас этого удилища, и не только по Максимусу, и любых других удилищ. И подписка на социальные сети, минимум на 3. Это Telegram, ВКонтакте и YouTube. Желательно Рутюб, Инстаграм и Фейсбук. Итак, господа, еще пару слов. Транспортная длина 78 у обоих. Вес 212 и 250, соответственно, 450. И диаметр комли я измерял вот в этом месте. 22 это у 420 и 24 у 450. Давайте тогда раскладываем и смотрим строй. Итак, друзья, разложили. 420 у меня в руках. Смотрите. Лично мне она очень удобна. Она очень посылиста, посмотрите. Несмотря на тест 5.25, прекрасная палочка, очень здорово лежит в руках, очень легко. То есть имейте в виду, вы можете под бомбарду ее использовать, и как мочевку такую, и как баллонку, то есть что угодно. Давайте нагружаем. Значит, 414 реальная длина, у нее не 420, имейте это в виду. Вот такой вот строй. Приятная палка очень во всех отношениях. И по балансу мне она лично очень нравится. Вот эта пробочка в руках, к рукам лежит очень приятно. Значит, 450-я тоже очень неплохо в руках абсолютно. Давайте нагрузим. Так, 450-й у нас 447, то есть практически соответствует фактическая длина заявленной.
Видите, вот я даже второй рукой сейчас упрусь, смотрите, как она работает. То есть отличный строй, я не скажу, что она быстрая, она где-то средне-быстрая, но палка очень-очень приятная. Итак, друзья, посмотрели строй, выбор за вами. Вот такой чехольчик идет в комплекте с удилищем, бархатный велюровый чехольчик, такой бархатистый, приятный, хорошо, качественно сшитый, ну и, в общем-то, не вызывающий никаких вопросов по удобству. Значит, большая просьба у меня к вам. Под видео ставьте лайки, то есть нажимайте вот на такой большой пальчик вверх, для меня это очень важно, и нажимайте кнопочку подписаться. Всего вам доброго и до новых встреч!